Сегодня мы на обзорной экскурсии в конструкторском бюро в особой экономической зоне. Сегодня мне посчастливилось лично встретиться с Александром Сударевым, представителем компании «Совалмаш». Сейчас мы как раз находимся в ПКТБ. О проекте Дмитрия Дуйнова знаю, наверное, еще с 2014 года. Я уже с 2017 года в проекте, и я даже имел честь организовывать первую конференцию, которая проходила на ВДНХ. Я работаю в проекте с 2018 года. Моя команда – более 700 человек. А в Болгарии – более 1000 инвесторов в проекте. Александр Сударев, сотрудник «Совалмаш», провел большую экскурсию по объекту. Показали лабораторию, производственные помещения, значит, первый этаж АБК, административно-бытового комплекса. В общем, мы позадавали вопросы. Очень здорово, движуха видна, кругом работают люди. Мимо меня пробежал Дмитрий Александрович Дуйнов, бодрый, активный. Собственно говоря, я увидел в нем очень компетентного человека, который обладает огромным объемом опыта предыдущей своей жизни. И я понял, что такой человек сказанное доведет до конца, потому что это дело его жизни. Мы думали, что нас будет трое или четверо, но мы видим, что есть много людей, которые приехали посетить ПКТБ. Это значит, что в мире есть много инвесторов, которые интересуются развитием ПКТБ и хотят узнать, что здесь происходит. Например, мы встретились с Берди Гульшанкумаром, который является национальным партнером в нескольких странах. Ситуация на строительной площадке значительно изменилась по сравнению с тем, что было здесь еще недавно. Мы провели небольшой эфир, чтобы показать это нашим партнерам и сказать им: ребята, работа действительно продвигается. И не только на строительной площадке, но и в области технологий. С одной стороны ведутся строительные работы, а с другой продолжаются технические разработки. Это вселяет уверенность и позволяет нам двигаться вперед. Мне было крайне интересно о тех работах, которые уже выполнены, увидеть их всех, для того, чтобы потом уже на вебинаре, на Zoom'е рассказать об этом людям, которые являются инвесторами и партнерами. Разумеется, люди также очень интересуются, когда же мы начнем получать дивиденды. Для этого сначала нужно будет пройти первый финансовый отчетный период и получить заключение государственной комиссии здесь, в ПКТБ «Совалмаш» в Зеленограде. Деньги, которые привлекаются в проект, идут в нужное русло. Работает над проектом огромное количество людей. Находясь здесь, можно самолично убедиться в том, что проект движется к своей цели. Огромное количество нового оборудования. Сделано очень многое уже. Проект близится к своему завершению, и сейчас нет лучше момента, чем инвестировать в проект, и рисков почти не осталось. Здание в высокой степени готовности, люди воодушевлены. Все, что я хотел увидеть, увидел, все, что хотел услышать, услышал. Мы строим большой, хороший инновационный проект, и мы должны прикоснуться и поделиться с другими этими идеями, этими мечтами, всем тем, что происходит во благо и для людей, и для человечества. Потому что в конечном итоге очень важно, чтобы у бизнеса было сердце и миссия, как этот проект «Двигатели Дуйнова». Спасибо. Двигатели на Дуйнов.